Мур, привет, друзья, с вами Зерько. Всех игроков в определенный момент начинает волновать вопрос, чем же фармить лес быстрее в самом начале? И мы сравним три популярных и наиболее профитных предмета для фарма леса с использованием автоатаки. Эти три предмета – Багровый призрак, Ярость Берсерка и Меч Охотника на Демонов, сокращенно МОД. Рассмотрим для начала сами предметы и их пассивки, чтобы всем все было понятно. Багровый призрак стоит 2020 золота, дает 30 физической атаки, плюс 20% скорости атаки, плюс 25% шанс крита. Крит это плюс 100% к урону за удар, запомним это, потом пригодится. Пассивка. Каждый раз, когда срабатывает крит, скорость атаки персонажа еще повышается на 30%, а шанс крита на 5% длительностью в 2 секунды. Тут ставка на скорость удара и шанс срабатывания крита. Ярость Берсерка стоит 2350 золота, что на 330 дороже призрака, а это критично на ранних этапах. Предмет дает плюс 65 физической атаки и 25 шанс крита. Пассивка – усиление урона крита на 40%. Как это работает? Когда вылетает крит, он дает уже 140% к атаке. Допустим, урон у вас 200, то крит будет 400, а с яростью берсерка 480. Но это работает только на предметы. Если срабатывает крит самого персонажа, то прибавки берсерк не дает. Вторая часть пассивки с каждым сработавшим критом. Физическая атака повышается на 5%, длительностью в 2 секунды. На этом предмете ставка на силу удара и крита. Остался меч охотника на демонов. Он стоит 2180 золота, что по цене нечто среднее. Дает плюс 35 физической атаки, 25% скорости атаки. Две пассивки. Одна дает исцеление от урона. Ее вы оцените на видео при убийстве моба. По лесным мобам мы получаем гарант в 60 урона на каждый удар. Ну, почти на каждый удар. Итак, берем Ли Сун Сина с одними и теми же эмблемами мага, чтобы не было пассивных прибавок к критам. На 20 секунде начинаем бить моба и смотрим за временем, потом придется перезапустить, потому что хп мобов растет со временем. Меч охотника на демонов убивает крипа за 20 секунд. Теперь ярость берсерка. восемнадцать и пятьдесят семь секунд. И остался багровый призрак. пятнадцать и сорок пять секунд. Что мы выяснили? Быстрее всех и притом дешевле багровый призрак. При условии, что у вас нормально с везением на срабатывание критов. Ведь это переменный показатель. Здоровье сохраняет больше меч охотника на демонов, но и бить моба дольше на 5 секунд. Ну а берсерк ни шатка ни валка. Значит, если вы собираете героев криты, начинайте с багрового призрака. Это ускорит ваш фарм и урон в минуту в целом. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы узнавать новое. Делитесь видео с друзьями. И, конечно, ставьте лапки. Всем пока!